довольно много дали. Два параллельно? Но я еще их спросил. Как еще? Да я еще яхтер начал, курс и яхтер. А. Параллельно. Не, ну это как, знаешь, советская школа. Какая-никакая, надо закончить. Ну или постсоветская. Ну, есть какой-то процент людей, которые заваливают и отправляются экзамен. Говорят, что очень маленькие. Да? А вот если с улицы прийти, без курса? Не примут. Не примут? Как в ГАИ. В ГАИ сейчас тоже нельзя. Нет, нельзя. То есть такая лавочка.